Ну, начинаем выпуск другого сообщения. Машина скорой помощи попала в аварию на границе Черемховского и Аларского районов. Автомобиль, в котором из зимы в Иркутск везли 5-летнего пациента, опрокинулся. В результате ДТП 2 человека получили травмы. Всего в машине находились 4, ребенок и его мать не пострадали, а вот фельдшеру и водителю потребовалась медицинская помощь. Они получили различные травмы, в том числе переломы. Пострадавших доставили в Черемховскую больницу, позже водителя отправили на амбулаторное лечение. Жизни маленького пациента ничто не угрожает, его мама приняла решение остаться в зиме и не везти ребенка в областной центр, как планировалось изначально. Полицейские же теперь выясняют, почему произошла авария. По одной из версий, водитель спецмашины превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.